Всем привет! Рук традиционный Кая КТБ, Korean Traditional Bow переводится КТБ. Тут мне в комментариях люди наподсказывали, вот теперь я поправляюсь, переснимаю. Так, ну и продолжим, как мы вчера и говорили. Лук покрыт вот такой вот текстурой, тканевой, по-моему. Поэтому навскидку определить все-таки, из каких слоев и в какой череде он состоит, не получается. Здесь у нас есть ламинация карбоновая, надпись Forever Carbon, 53 дюйма, 40 фунтов, Made in Korea. Вот. Но сдается мне, что все-таки основа здесь деревяха, потому что вот здесь вот выход деревяхи идут. Видим вот такие вот симпатяшные ленты подмотанные, полимерные, здесь и там еще возле упора. Здесь вот такое вот изделие резинотехническое, плотное для отвода тетивы. Законцовка, кстати, вот такой вот выступ имеет здесь. Возвышен барханчик, треугольник. Окончание плеча, вернее, законцовки кожаные, клеенные. Вот так вот выглядят. Здесь тоже вот это вещество, материал, вернее, подмотанный. Это верх. Здесь снизу такой вот штуки нет. Рукоятка то ли замша отделана, то ли вельветом каким-то синтетическим, непонятно. Там что-то типа пенорезины белый. Еще видел вариацию, когда здесь обмотано синтетической шипастой кожей какой-то. Тут у нас Forever Carbon, перышко, плюс 8 к легкости и грузопереноски. И, соответственно, все то же самое, что на верхнем плече. В разобранном виде подобные луки выглядят вот так. И сейчас установим тетевку, посмотрим еще. Тетевочку кинули, ну, собственно, классический всем вид лука, как его себе многие, наверное, представляли, по крайней мере, в мультиках такие всегда рисуют про богатырей в советских. Тетевка у нас тут вот разноцветная попалась. Что хотел сказать, лук подходит как для левшей, для правшей, реально очень легкий. Луки подобного типа монголы, что СКБ, что вот этот КТБ, что Майнды, они все тянутся очень, ну никак не очень, но значительно легче, чем обычные лонги, рекурсы. Опять-таки люди ткнули меня немножко и сказали, друг, потому что на них замеряется усилие натяжения максимально на 32 дюймах против 28 дюймов у лонгов. И поэтому они тянутся легче. Но вот я сейчас как бы за ухо оттянул подальше. Ну, в общем-то, все равно тянется он легче. С чем это связано? Все-таки, наверное, какие-то особенности конструкции. Ну все, всем пока. Если надо, обращайтесь. Пока.